Как можно шарпе сделать крутым? Да вот так. Одеть очки, и все, он будет классный. Оп. Вот у тебя становится шарпей. Даже почти Джеймс Бонд. Вот видишь, почесался. Такое. Сидеть. Сядь. Сидеть. Сидеть. Понюхай, да? Что ж это тут такое творится? Вот так можно и шарпея сделать крутого пацана. Крутой перец или крутой шарпей. Что ж тут такое происходит? Ну да. А как вы делаете крутыми своих животных? Напишите в комментариях, подпишитесь на наш канал, и все у вас будет хорошо. Ну так. Пока.